Сколько нам рабочих нужно, чтобы готовить? Четыре. Четыре рабочих. Нужно ли они есть? Ну, мы можем грузчика задействовать, который у нас работает в городе. То есть у нас тоже грузилей не хватает. Объявление дали. Набираем. К серьезным холодам, а первый снег синоптики обещают уже на следующей неделе, дирекция благоустройства подходит во всеоружие. Самосвалы, автогрейдеры, пескоразбрасыватели. В автопарке к зиме готовы уже без малого сотня машин. Также у нас будет задействовано порядка 16 единиц и тракторов, и легкой техники для того, чтобы убирать тротуары и остановки в городе Рязани. Так что мы готовы. Если сегодня пойдет снегопад, мы заготовлены и пескосоляной смесью, и, соответственно, вся техника у нас готова для того, чтобы выйти на улицы города. Если в Рязани внезапно пойдет снег, в дирекции благоустройства к этому будут готовы. Специальная смена будет мониторить ситуацию ночью. У нас обеспечено круглосуточное дежурство. У нас 26 сотрудников выходят в смену именно в ночную для того, чтобы организовывать уборку снега, если пойдет снегопад в ночное время суток. План очистки города в случае нештатной ситуации уже тоже определен. Начнут с центральных улиц, затем переместятся на второстепенные. Первыми пойдут грейдеры, затем в бой вступят подметальные машины. За ними машины с пескосоляной смесью. Реагентом в дирекции благоустройства уже запаслись впрок. Максим Васильев, телекомпания «Город».